слово «группа» вошло в 15 веке. Был замечательный французский математик Эври Клуа, который при помощи групп решил задачу о том, какие уравнения могут, а какие уравнения не могут быть решены в радикалах. То есть при помощи операции плюс-минус умножить, разделить и извлечь корень квадрат, кубический, какой угодно. Оказывается, не все, и он сумел понять при помощи группы какие. Дальше, в 19 веке, математики поняли, что огромное количество фактов, которые они раньше знали, на этом языке легко объяснять и единообразно формулировать. Определение. Да, кстати, про Гулуа у меня был на Малом Мехмате длиннющий курс 2 года назад, так что, кому интересно, вы можете его посмотреть на разбираться. Я, честно, конечно, считаю, что вы его не слушали, и разговаривать буду с самого времени. Группа – это вот что такое. Можно любые 2 элемента перемножить, и выполнено при этом аксиома ассоциативности. Вот. Это, пожалуй, главное, что есть в группе. Но этого недостаточно. Итак, для любых 3 элементов А, В, С, для любых 3 элементов А, В, С, А умножить на В, С, это А, В, на С. Еще нужно следующее. Еще нужно существование единицы. Это вот что такое. И еще нужно существование обратно. Больше ничего не нужно. Вот этих вот все достаточно для того, чтобы возникла замечательная, очень содержательная теория. Давайте я объясню в нашем случае, что означает этот самый кружочек и какие группы соответствуют нашим вот этим 5 случаям. Господа, в нашем случае кружочек – это операция последовательного выполнения перемещений плоскости. Мы с вами уже, на самом деле, это делали. Помните, есть одна осевая симметрия. Осевая симметрия – ось, которая пересекает эту. Вы берете точку, отражаете и отражаете. И в результате у нас получился что? Поворот на удвоенный угол. Вспоминаете? Так вот, ребята, если у нас есть абсолютно любое множество, заметьте, пожалуйста, не обязательно плоскость, абсолютно любое множество, и какая-то перестановка на этом множестве, и есть другая перестановка, то вы можете сделать эти 2 перестановки подряд. И вот то, что получится, это и называется композиция наших 2 перестановок. Представьте себе какое-то множество. Давайте это множество обозначим буквой M по первой букве слова множество. Множество M. И у нас есть какое-то отображение этого множества в какое-то другое множество. И есть отображение еще в одно множество. И есть отображение еще в одно множество. Так, интересно, как их обозначить. Здесь будет n, здесь будет k, и здесь будет l. M, n, k. Нормально? Правда, не по алфавиту, но ничего. Теперь, что значит отображение? Это значит, что есть стрелочки. То есть из каждой точки ведет ровно 1 стрелочка. Обратите, пожалуйста, внимание. В принципе, возможна ситуация, когда у вас в одну и ту же точку ведут стрелочки из разных мест. Возможна ситуация, когда у вас в какую-то точку ничего не ведет. Вот представьте себе, здесь было всего 4 точки, а в этом множестве было 5 точек. Но при этом из этих 2 ведет сюда,
отсюда ведет в одну, отсюда ведет в одну. Нормально это отображение. Пусть это будет у нас, например, отображение B. Хорошо. Вот, отображение C. Давайте я тоже нарисую конкретные стрелочки. Например, вот так. Раз, два, три. Что-нибудь еще нарисовать? Ну, например, сюда. Было всего 4 точки. Две из них перешли в одну, эти перешли сюда. Хорошо. И здесь отображение А. Ну, например, пусть оно будет вот так вот устроено. Вот эти две точки пусть перейдут в одну, и эта точка перейдет еще в одну. Пусть есть еще две точки, куда ничего не будет. Вот, ребят, это типичная картинка для отображения. Смотрите, что есть. Есть множество из каких-то точек. Еще одно, еще одно и еще одно. Здесь стрелки, важно, что из каждой точки ведет стрелка ровно одна. Сколько стрелок ведут в какую-то точку, совершенно не важно. Кстати, отображение или функция – это одно и то же. Поэтому заодно мы с вами сейчас учим, что такое композиция функций. Да? Итак, что же это такое по определению? Если у нас есть какой-нибудь элемент из множества m, то отображение b в композиции с c – это вот что такое. Нужно не рисовать вот эту букву а. Нужно не рисовать среднее, а нарисовать только первое и третье. Так, давайте я прямо нарисую, только для этого пронумерую. А, Б, С, Д. Здесь, например, расставлю цифры. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Итак, я рисую множество, в котором есть 4 точки. А, Б, С и Д. И я рисую множество К, в котором есть 5 чисел. 1, 2, 3, 4, 5. Что же такое композиция двух отображений? Очень просто. Вышли из точки А и попали в точку 3. Вышли из точки Б и попали, между прочим, в ту же самую точку 3. Вышли из точки С и попали в ту же самую точку 3. Вышли из точки D и попали в точку 5. Вот, господа, это композиция B и C. Хорошо. Теперь давайте поймем, а что такое композиция A и B и C. По-моему, понятно. Надо как-то сформировать вот эти точки. Их здесь уже 6 штук. Ну, не знаю, что делать. Давайте так. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон. Рисую, куда же мы перейдем. Да? Для этого я, как положено, рисую множество m. Наши 4 точки. А, Б, С и Д. Для этого я рисую множество m. Эти точки альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон и это. И соображаю, куда же мы перейдем. Из А мы идем по стрелочкам и идем в эпсилон. Из Б в то же самое эпсилон. Из С тоже туда же, в ту же самую точку эпсилон. И из Д мы идем в точку это. Вот и все, ребята. Вот три штуки пришли в эпсилон, и один элемент пришел в это. А в эти никто не пришел. Вот так выглядит композиция А с Б, С. Слушайте, а я вот думаю. Я мог сначала разобраться с тем, что такое А с Б. А с Б было бы отображение, переводящее множество N в множество N. И уже после этого смотреть, что будет, если добавить C. Согласны? Согласны. Так вот, ребята, крайне простой,
Но совершенно фундаментальный для математики факт состоит в следующем. А умножить на bc это аб умножить на c. Вообще-то этот факт абсолютно очевиден. Почему? Потому что что такое а, б и c? Это значит, вы должны пройти по стрелке c, потом по стрелке b, потом по стрелке а. Взять начать с какой-то точки и пройти. Ну, а что такое а с b, c? То же самое, надо пройти. Вот, я, конечно, сейчас вам напишу формальное доказательство, но мне кажется, что само по себе это абсолютно очевидно. А что доказательство это очевидно? Есть простая вещь. Вообще ничего нет. Или тут есть, не понимаю? Это логично. Нет. Почему? Очевидные вещи в математике не просто надо доказывать, а обязательно надо доказывать. Не знаю. Ребята, а дело в том, что есть назначение математики как науки. Любая теорема математики на самом деле очевидна. Совсем любая. Математика – это та наука, которая обходится без дорогостоящих приборов, без измерений, что называется, которая обходится рассуждениями, вычислениями, компьютерными экспериментами. Это наука о мышлении, о свойствах чисел, о свойствах пространства. Поэтому, на самом деле, любой математический факт, совсем любой, там, и даже тот, за который философскую премию дают, это все равно факт абсолютно очевидный. Соответственно, всегда возникает вопрос, а для кого очевидный? Ответ простой. По мере изучения математики все больше и большее количество фактов для вас будет очевидным. И вы не будете нуждаться в их доказательствах. Именно поэтому доказывать, конечно, нужно все. Просто для кого-то, да, совсем понятно. Но, понимаете, если отказывать в доказательствах, то дальше придет простая вещь. В какой-то момент вы вдруг обнаружите, что вот для всех очевидно, а вот лично для вас нет. Вы что вы тогда будете делать? Ты знаешь, доказывать, что равно это другой, это две стороны равны? Кстати, то, что равномерные на треугольнике две стороны равны, надо понимать, что это означает. Это же его свойство. Нет, секунду. Надо понимать, вы сказали, надо стараться никогда не произносить бессмысленные тексты. То, что вы сейчас сказали, текст крайне странный. То, что я сейчас сказал про вот это вот свойство, про ассоциативное умножение, это вещь не бессмысленная. Это реальное свойство этих самых стрелочек. Давайте все-таки, чем спорить так долго, давайте быстрее расскажу доказательство. Доказательство такое. Во-первых, надо все-таки написать определение. Да? Прежде чем доказывать, надо объяснить, о чем нужно доказывать. Когда у нас есть отображение из некоторого множества x в множество y и другое отображение из некоторого множества y в множество z, значит, давайте я напишу, если у нас есть вот такие отображения, то композиция отображает множество x в множество z. При этом, ребята, очень важно понимать, как записывается эта самая композиция. G в композиции с f. Обратите, пожалуйста, внимание. Сначала мы делаем f, потом G. По какому правилу действует вот это отображение? G в композиции с F на любом элементе X это по определению G от F от X. Я абсолютно понимаю, что большинство из вас сейчас считает, что я занимаюсь какой-то ерундой. Да? Действительно, что-то говорит слова. Тем не менее, пожалуйста, запишите. Потому что, как ни странно, это абсолютно важно. Понимать, что такое композиция двух функций. Что такое последовательное выполнение. Это когда вы выполняете одну функцию от другой. А зачем x в скобки нужно было брать? Давайте пример. Если у вас есть одна функция,
которая задана формулой, что это x плюс 1. И у вас есть другая формула, которая задана формулой 2 умножить на x. Давайте посмотрим, что в таком случае означает f от g от x и что в таком случае означает g от f от x. Поехали. G от x — это у нас 2x. Это будет f от 2x, то есть 2x плюс 1. F от x — это x плюс 1. Поэтому надо взять g от x плюс 1, то есть это будет 2x плюс 2. Обратите внимание, f от g в данном случае не то же самое, что g от f. То есть смотрите, если считать, что там вся математика — это ерунда какая-то, в любом случае же не важно, как что писать, отлично. Но почему-то получается, что вот когда такие три буквы, не важно, действительно, как писать. А почему-то переставить F и G важно. Вот надо разбираться, когда не важно, а когда важно. Итак, давайте доказывать ассоциативность композиции двух отображений. Давайте, наверное, я даже сотру из чертежа, потому что уже все на чертеж полюбовались. А верхушку оставлю. И запишу простую вещь, что такое А в композиции с Б, в композиции с С, взятое от некоторой точки. Итак, А в композиции с Б, в композиции с С, это что такое по определению? А вот здесь, смотрите, здесь написано композиция. Значит, надо взять А в композиции с Б от С. А что такое взять А в композиции с Б от чего? Это взять А от Б, от С, от С. Теперь вторая строка. А если бы я брал наоборот? Если бы я брал вот так. Смотрите, тогда композиция стоит здесь. По определению композиции я должен взять А от композиция BC от C. А это что такое? Это по определению вот этой композиции А от B от C от C. Господа, вообще-то это одно и то же. А значит и это. Это победа. Я доказал, что выполнение любых операций с множеством — это ассоциативная штука. То есть вот эта аксиома не случайно вошла в аксиому круга. Ассоциативность есть всегда. Теперь, что такое единица? Ой, это очень просто, ребята. Один. Это ничего не делать. Единичное отображение, или иногда любители английского языка пишут it вместо е. Отображение, которое просто все точки оставляет в точности на их местах. Вот они как стояли, то есть так никому не двигаться, здесь стоит. Понятно, что тогда выполняется вот эта строчка. Потому что что здесь написано? Если сначала ничего не сделать, а потом сделать отображение А, то это то же самое, что сделать отображение А. Или если сделать отображение А, а потом ничего не делать, это то же самое, что сделать отображение А. Ну, действительно, правда. Хорошо. Вторую строчку я тоже объяснил. Единица — это просто отображение, которое все точки оставляет на их собственных местах. Теперь третья строчка заключительная. Что такое вот это самое B? Его называют обратное отображение. А очень просто. Когда мы говорим о группе отображений, то множество, которое переставляется, одно и то же. Вот здесь вот я для понятности на картинке нарисовал целых 4 множества, k элементов, а в задачах, в которых мы будем иметь дело, у нас множество все время одно и то же будет. m равно n равно k равно l. И
Вот эта вот штука, этот самый элемент B, это будет отображение, которое получается очень просто. Надо по стрелочкам пройти в обратную сторону. Понятно, чем я говорю, да? Вот. И тогда что получится? Если идти против стрелочки, а потом по стрелочке, то вернешься откуда вышел. Или если идти по стрелочке, а потом идти против стрелочки, вернешься откуда вышел. Это правда. Все. Значит, я объяснил, что такое группа. Я, безусловно, понимаю, что за несколько минут, которые на это потратили, понять это совершенно невозможно. Смотрите, ребят, на самом деле вы много раз будете к этому возвращаться. Например, вот Костя это уже много раз слышал, и сейчас он просто взял и слушает курс по этим самым группам, который состоит из 18 уроков, там в интернете на курсере можете посмотреть, да? Думаю, что для большинства из вас это будет слишком тяжело, не надо удивляться, если у вас там ничего не получится, и даже я не советую, на самом деле тяжело. Но, тем не менее, его не каждый день обжигают, и через некоторое количество раз к этому привыкнете.